Привет, друзья! Вы на канале ДРТ Клаб. Сегодня я хочу открыть вам небольшой секрет. Что же делать, если ваша собака не ест овощи? Наверняка многие владельцы собак сталкивались с тем, что их хитрый питомец выбирает из порции все мясо, а овощи оставляет нетронутыми. Ну а как вы хотели, собака – это же волчонок. Ну а что волчонок может выбрать? То, что ему повкуснее, конечно же, мясо. Но овощи обязательно должны присутствовать в рационе собаки, потому что овощи – это отличный источник клетчатки, который позволяет расщеплять животный белок, позволяет расщеплять мясо и способствует улучшению пищеварения. Обычно я нарезаю разные овощи перед кормлением непосредственно в еду, но если у вас привереда и отказывается есть овощи, фрукты или выбирает из порции мясо, то можно сделать следующим образом. Вы берете овощи, фрукты, нарезаете, берете зелень. Зелень можно взять любую, можно взять листовой салат, шпинат, укроп. И все эти овощи я перемалываю в блендере до получения однородной кашицы. Здесь у меня много разных овощей и фруктов. Это тыква, морковка, кабачок, яблоко, немного огурчика и помидоры. Все это я закладываю в блендер и перемалываю до получения однородной массы. Туда же добавляю зелень. У меня получилась вот такая вот однородная масса. Ее можно просто переложить в баночку и хранить в холодильнике. И уже непосредственно перед кормлением добавлять вот такую вот кашицу в порцию собаки. Тогда ваш привереда точно не сумеет выбрать, что повкуснее, то есть мяско. Пошли, Джекушка. Кушай. Ну вот такой небольшой секрет для самых привередливых хвостиков. Обязательно попробуйте этот метод и напишите в комментариях, сработал ли этот способ для вашего хитреца. Всем пока!